Олег Борисов – знаменитый советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист СССР, лауреат двух государственных премий СССР, родился в 1929 году. В школе он активно участвовал в самодеятельных спектаклях и в 1947 году после окончания школы уехал в Москву, где поступил в школу-студию имени Немировича Данченко «Примхат». С 1953 по 1963 год он служил актером Киевского драматического театра. С 64 по 83 он в Ленинградском драматическом театре, а с 83 по 90 в МХАТе. Широкую известность он приобрел благодаря кинематографу. Кино он начал сниматься с 55 года. Первый большой успех выпал на его долю в роли Голохвостова в фильме «За двумя зайцами». Его фильмография насчитывает более 120 кинофильмов, множество театральных постановок. Он награжден большим количеством творческих наград. С 91 по 94 он руководитель театра «Антрепретиза» Олега Борисова. Олег скончался 28 апреля 94 года в Москве.